Арген, башня уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем колодцем. Вы вернулись. Вы единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у нас есть выход. Вега пытается получить доступ к файлам Оливии. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию. Итак, всем присвистал. Сегодня мы продолжаем проходить Doom 2016 года рождения. Также надо кое-что сделать. Так, я вернулся. Буквально секунда прошла для вас. И для меня тоже секунда почти что. Так, хорошо. Идем с дробовиком. Прокачали мы его отлично, шикарно. Ты что делаешь здесь? Уйди отсюда. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Спасибо. Я думал, ладно. Жалко, здесь не двойной урон. Так. Хорошо, здесь помечают, куда идти, это прям шикарно. Игру сделали почти что линейной, почти что нелинейной. Так, ну вы их видите, да? Они ползут. Ползут, ползут куда-то, гады. Гады, гады, гады. Так, куда мне? А куда мне ползти? Сюда что? Нет, подожди, я отсюда сейчас только залез, не? Или здесь секретики? Секретики? Нет, здесь секретов нет. Странно, зачем тогда сюда? И же вроде даже помечено было. Да, туда же помечено. Так. Если здесь помечено, значит, кто-то здесь есть. Либо здесь. Хотя я отсюда и пришел. Хотя стоп, не. Не отсюда я пришел. Здравствуйте, секретики. Хорошо. Куда же сейчас закинет нас потом? Как вы думаете, куда закинет нас потом? Но при этом непонятно, куда идти дальше. Уфука. Уфука. Нашел. Только так, вот это было совершенно не очевидно, но да ладно. Погнали. Так, у нас сейчас всякие какие-то такие, как и демоны, всякие такие. Хорошо. Всякие такие рыцари там, вот эти рыцари ада, вот это все такое сейчас. А я могу их атаковать? Немножко не успел, ну ладно. Так, компенсация урона, интересно, она вообще-то должна присутствовать, эта компенсация урона. Блять. Как вы думаете, должна ли присутствовать здесь компенсация урона? Или она так просто для, чисто для вида здесь сделана? Так, патрончики. Ну, здесь открытая дверь. Ну, само собой, нам сюда. Блин, что такое? Здравствуй. Оружие, пулемет. Блин, у него да, тоже модификатор есть. Вот посмотрите на эту красоту. Вы просто посмотрите. Так, почему-то у нас больше не было колб, в котором можно... Не сюда, да? Сюда. Нет, я же нажал. В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса. Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня альфа. Готово. Спасибо. Это было доступ достаточно быстро. Доступ к комплексу Лазер есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. А сократить я включу нельзя? Питание поезда, чтобы вы доехали туда. Спасибо. Но для поездки вам понадобится корпоративная карта доступа ОАК. Рядом есть пост охраны. Я все понял. Комплекс Лазарь. Комплекс. Здесь нет вкусняшек? Ой, ошикать начал. Так. Хорошо.
Давайте посмотрим, что у нас делается с Флю. А, бля, да? Ну ладно. Где у нас... Не понял, что... Куда собрал? Куда собрал? До свидания. Тебя я не ждал. Вообще никак. Я вообще не жду. Уйди. Говорю, уйди. Ой, блядь. Спасибо. А ты как-то непонятно отписаешь. Так, мне бы как-нибудь с вами разобраться непонятным образом. Может, тебе ломать пушку можно? Интересно. Тебе можно ломать пушку? Или нельзя? Подожди. Так, вот и 25. Ой-ой-ой, ты. А, да? На, гранатку покушай. Блять, не хочет. Где же я видел, что он жрет гранат? Блять, какая же ты помойная скотина. Все? Ах ты, сука. Где же я видел, что он иногда мог их есть? Да, я врезал. И из-за этого я получил более лишнее. Эх, грустно. Ну да ладно. Но микроракета — это просто шикарная вещь, которую здесь придумали вообще разработчики. Это забрать нельзя. Дружище, ты вообще тут не уперся никуда. Вообще ни в какие, ворота, дружище. Вообще не подходи. Ты уже должен вкидать. А, да, патрон, точно. Тебя вообще можно сломать? Ну ладно. Его просто затыкивают. Где-то. Так, это я заберу. Так, подожди, дробовик у нас. Кстати, а что тут? Чё? Было 120. Интересно. А, да, то есть вот эти... А, 8 здесь и 8 здесь. Да, то есть одинаковый патрон. Блё, ну ладно, тогда. Пулеметом пользоваться не будем. Серьезно, моментально! Вы поняли, да. Так, а чё куда дальше-то? Не сюда точно. Так, понятно. Это я забираю. Что происходит? Два выстрела. Подожди, друзья. А ну, блядь, нет, такие друзья мне не нравятся. Таких друзей, блядь, сами, с такими друзьями сами как-нибудь, я думаю, справитесь. Поживете и там подобное. Так, 4 патрона, мел. Хорошо. Дружище, ты... Ты любишь ракеты? Блядь. А взрывчатку? Ты что-нибудь такое любишь? Ты только скажи, я тебе... Так, где? Как же ты быстро заряжаешься, ракет? Ну да. Арек. Толк нехорошо. Послишком много, вам не кажется? Отлично. Спасибо. Я даже по пуле начал стрелять, чтобы на всякий случай добить. О, друзья мои. Сука. О, друзья мои. Ты подойди только поближе, дружище. Ты оставайся там. Стой. Вот так. Ей. Так. Хорошо. Надо посмотреть, что это сделает. Вам мне интересно, разве что может произойти? Что это я пропустил? А как туда попасть? Прыгать? Блять. Ну нет, это не смешно уже. Ну, туда можно как-то попасть. Ну, вот так вот самый быстрый способ. Сейчас начнется, да, опять? Свист до пляска, да? Как бы... Какая же ты... Какая же ты тварь? Дружище, дай патрончик. Спасибо. Хоть и не дал, но спасибо.
Так, хорошо. Проблемка. Сука. Не понимаю. Ну, это заберу. Как быстро. Этот не получится забрать. Так, это заберем, заберем. Нет патронов. Подожди. Окей. Где ты там? Где он? Не забывай еще про тебя. Где ты? Здравствуй. Здравствуй. Неожиданно. Весьма и весьма неожиданно. Какой демон, да? Зачем я спрыгнул вниз? Скажите мне, пожалуйста. А там же просто ускорение, да, если не ошибаюсь? Ну ладно, погнали. Ракет нету, ничего нет, но выдержитесь, да? Где там у нас? Точно. А, это не этот. Чё меня добило? Окей, если честно, не особо понятно, но ладно. Так, ладно, с ними будем разбираться по старинке, я так думаю. Хорошо. Где-то у нас ультра-мега-пупер-дробовик. Дружище откисает. Три выстрела. Так. Сейчас побегаем с тобой немножко. Из-за отсутствия патронов. Не надо. Вот просто скажу, не надо. Серьезно, и он не спавнит их? Горю! Это я тоже заберу. Кто тут меня просто шмалять-то начал? Не то. Ну ладно. Я не попадаю. Ну ладно. Так, а ты что такое вообще? Берси... Ооо, чё ж я тобой раньше-то не пользовался, дружище. Хорошо. Где? Чё? А чё так? Чё, серьезно? Как он так? Оп, 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 оп. Ну ладно, берсерк так берсерк, сука. Надо запомнить, красный берсерк. Надеюсь же, они по цветам не отличаются. Так, и это все? А, это? Ну ладно, опа. Возможно, здесь что-то вкусное. Или нет. Дурак. Ты скажи мне, вот ты дурак. Ты дурак. Ты дурак. Зачем так делать? Ты дурак. Вот ты дурак. Вот зачем так делать? Мне точно сюда вообще идти? Мне точно не сюда идти. Мне где-то наверх идти, подожди. От патронов что-то не хватает уже становится. Становится не хватать патронов. Жестко, кстати. Здесь что-нибудь есть интересное? Я вообще в жопе мира какой-то нахожу. Так. По которой только скакать и скакать. Окей. Кетчуп? Кетчуп? Кому-нибудь нравится кетчуп? Странный вопрос, если честно. Ну ладно. Не обращайте внимания. На всякий случай. Так. Окей. Спасибо, что вернули меня туда, откуда я... Хотя не оттуда, по идее, меня. Ну ладно. Улучшение управляемости при движении в воздухе после двойного прыжка. Ладно.
Соберите все 15 адских реликвий и достигните алтаря до за отведенное время. 15 алтарь, да? А где мне их забрать-то? Мобильность в полете. Ну, я понял, да. Подожди. Не просто бежать? Серьезно? Окей. Тихо. Если это, вот это, вот это... Если это называется испытанием, то это прикольно. Ну вот все. Хорошо, первая попытка, даже немножко замолчал ненадолго для того, чтобы на всякий случай войти в непонятное состояние и обдумать все как надо. Но все равно. Ну вот все равно. Что же мы получаем от этого? Непонятную мобильность в полете. Так, а сколько я уже так? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще одна и чики-пуки. Окей. Также в прошлой серии я не прочитал. Солдата Рока. Это мы вроде читали. Да? А вот это мы не читали. Солдат Рока. Самое примечательное открытие по последнего времени было сделано во время экспедиции УАК в святилище Кадингер. Ё-моё. Преодолев несколько километров по практически непроходимой местности, команда наткнулась на замурованный склеп, стены которого были испещрены защитными рунами. Испещрены. Ну ладно, надо запомнить. Рунами и содержащими заклинаниями. И сдерживающими заклинаниями. Внутри было обнаружено множество артефактов, в том числе претарианская броня. Но главной находкой стал огромный саркофаг, прикрепленный к каменному основанию склепа толстыми железными обручами и тщательно защищенные от проникновения. А исследователи предполагали, что в саркофаге заключен особо редкий и могущественный демон, но когда он был вскрыт, в нем нашли лишь человеческое тело. Оно не было разложившимся при окаменевшем. Казалось, будто человек просто спит, несмотря на то, что возраст его ложа, судя по всему, составляет несколько тысяч лет. Попытки разбудить лежащего или поранить его не дали результатов. Защитный аргент Барьер охранял его от вреда и держал в постоянном стазисе. Странно, что они это сделали, но ладно. Архивариусу ВОК присвоили находки инвентарный номер SR1-5. Персонал проекта вскоре окрестил священного человека солдатом Рока. А его истории можно лишь строить догадки. Однако спиральный камень и другие артефакты, обнаруженные возле аргент разлома и в ходе экспедиции ESM-13... отчасти помогли пролить свет на его прошлое. Гравюра в книге The War. Еще одной находкой кадингирской экспедиции изображают солдата Рока, облаченного в претарианскую броню и сражающегося с демонами под присмотром некой фигуры в капюшоне. Где? Фигура в капюшоне... А, вот это что? Окей. В капюшоне. Исследователи уже встретили этот сюжет на несколько артефактов, но лишь открытия, сделанные в склепе святилища Кадингер, позволили им прийти к промежуточным выводам. В данный момент предполагается, что солдат Рока был членом, а возможно вождем некого древнего племени. Выяснить, является он человеком, богом или демоном, по-прежнему невозможно из-за защитного защищающего тело аргент барьеров. Происхождение солдата кажется еще более таинственным более таинственным в свете записи, сделанной дронами-наблюдателями.
Кадингирской экспедиции во время извлечения саркофага демона святилища Кадингир защитил склеп... Саркофага демона защищали... Кадингир защищали... Святилище Кадингир защищали склеп с невиданной доселе яростью и упорством. После доставки ВОК саркофаг был отправлен на изучение в лабораторию Лазарь, где и был вскрыт. Несколько недель спустя он пропал вместе с содержимым. Предполагается, что пропажа тела и претерианской брони делал рук Самуэля Хайдена, решившему спрятать находку, дабы уберечь его от неведомой опасности. В заключение следует отметить, что солдат Рока и Самуэль Хайден единственные, не считая демонов, существа, которым удалось проникнуть из адского измерения в наш мир. Хотя попытка сделать это предпринимались персоналом ОАК неоднократно. Ну ладно. Не, кстати, это достаточно интересная ситуация. Как же мало. Те, кто пришел перед вами и с кем вы работаете рядом, трудятся ради одной цели – приблизить новую зарю человечества. Согласно этому принципу, работая единой командой... Не туда прыгнул, кстати. И возможно здесь получится. Просто как-то странно, знаете ли. Тут есть то, что я не взял, но при этом я это брал. Где-то слева, да? Это куда меня сейчас запустят? Почему ты не взялся? Ладно. Это странно, если честно, он сейчас не схватился за уступ. Эх, грусть, печаль, беда. Ну да ладно. При этом, сейчас мы понимаем, что где-то находится очень вкусная... Небольшая вкусняшка. Так, давайте сейчас просто глянем, что они делают. Точнее, просто даже не глянем, просто даже проигнорируем. Так. Еще что-то здесь есть. Те, кто пришел перед вами и с кем вы работаете рядом, трудятся... Так, нам сюда, значит, цели. Надо сначала вниз спуститься. ...новую зарю человечества. Согласно этому принципу, работая единой командой, мы выведем нас на новый уровень существования. Нельзя. Ну ладно. Так, давайте-ка спускаться. Кстати, примерно даже где-то здесь. Даже теперь правее. Интересно. Как же его запрятали? Что тут? Дружище... Да, пулемет против тебя отличная вещь. Так, подожди. Сюда. Ни с одного выстрела. Ты дурак? Не, это не серьезно. Это не серьезно. Блять. Ты живой что? Это не серьезно. К этому относится несерьезно. А огромный выстрел энергии не повлиял на них никаким, блять, образом. Что весьма печалит. Хорошо. Значит, в самом начале где-то, да. А ты, сука. Или не в самом начале, но где-то здесь. Значит, где-то там. А как туда попасть? Нет, сюда точно нет. Интересно. Если честно, правда интересно. Как туда вообще возможно попасть, если... Ой. Если тут у нас... Там очень много интересностей и вкусностей, но до них пока что никак не добраться. Или пока мы так думаем, да? Спасибо, что забрался. Либо мы сейчас так думаем, подожди. А, и здесь я уже спускался, да?
Ну блин, ну как так-то, а? Что за невезение? Опа. А, нет, отсюда спускались. Как раз таки сюда мы и таким образом и пришли. Ну ладно тогда. Допустим, что мы этого не видели. Сколько тут ракет? Не хватает, да? Окей. Так, хорошо. Значит, мы открыли шлюз, и нам нужно идти вперед. Слышите, да? Вот и я слышу. Где-то оно здесь. Ну ладно. Пусть оно будет здесь, а мне надо как-то... А как теперь наверх-то пробраться-то? А, ну вот и все. Вот мы и пришли. Дробовик минут. Те, кто пришел перед вами и с кем вы работаете, так, хорошо. Трудятся ради одной цели. Блин, одно открывается, другое закрывается. Блин, вы посмотрите, вот. А ведь кто-то же рисует вот эти. Как его. Вот эти руны, вот эти рисунки, которые. Блять. Ты что такое? Ты будешь бежать? Обнаружен прорыв демонов. Живем дружно. Ты такой жирный. А, у вас еще и два. Тебе в спину стрелять, что ли? А, тебе в спину стрелять? Спинки. В аду это демони созданы... Блять. В аду для этих демонических созданий нет названия. А когда их впервые обнаружили в ходе ловчей операции проекта «Лазарь», вот этой операции, то за необычным розовым цветом кожи прозвали Пинки. Пинки. Интересно. Хорошо известно об их ненависти ко всем живым существам. Прикольно. Блядь. Куку какой, а? Дружище, ты живешь? Может, я в спину смотришь, маленький? Кажись, так и есть. Патроны! Подожди. Не заберу. Блин, я же сейчас мог кинуть, сейчас так. А, ты куда моих этих, это, куда ты мой опыт ты убрал, а? Зачем? Ну ладно. Пизда тебе. Что это такое? А, точно, тебе же насрать, да? На тебе. Теперь давай мне хп. Друзья мои. Есть. Эй, не зафиксировалось. Сука, не зафиксировалось. Ну ладно. Грустно, конечно, но ладно. Опа, это мне надо активировать, да? Это тоже забать. Ну ладно, пинки вообще какой-то. Голограмма. Это странный образец технологии сегодня эффективен, так же, как и во время его изобретения в начале 21 века. Голокастер выпускает невидимое облаком ионизированного аргона, который затем используется камерой для проекции изображения. Что там? Преломленный свет создает над устройством голографический эффект. Обманное изображение обладает широкими цветами, цветовым спектром и может выглядеть весьма убедительно. Теоретически, образцы таких устройств были впервые представлены в популярной культуре конца 20 века. И как мне им кидать? Ну ладно. Возможно, когда-нибудь я пойму. Возможно, просто надо кидать. А, возможно, оно кидается с гранаты сразу. Вкусняшка. Вкусно, да? Пизда тебе. Не, ну ты куда подпускал? Похоже, этот демон забрал вашу ключ-карту. Нужно ее найти. Без это допуска да. Вы не попадете к поезду. Так, значение сила. Че? Подожди. А, да? Ну ладно. Опять? Дружище, не надо бежать на меня. Ай, за что?
сука, какие вы противные. Стоям. Минус опыт. Не надо. Сучка какая, а? Ну какая, блядь. Ну ты что, хватит кидаться, сука. Одна дробинка, это сколько урона получилось? Одна дробинка, а сколько урона? Свидание. Ну блин. Да за что? Вроде должен был попасть, а вроде попал. Ну ладно. Мне сюда? Ой, это заберу, кстати. Дробабун мне дадут, пожалуйста, новые немножко. Ай! Да что? Иногда они такие настырные, что странно. Хотя, возможно, искусственный интеллект настроен как раз-таки... Хуйня. Да понял, понял я. Хорошо. Ой, как раз хватит. Не понял. Не надо. Друзья мои, подождите. Надо, значит, каждый раз ждать, пока тут какой-то процент перетывается, да? Тут тебе, знаешь, насрать. Как ты им вообще здравствуй. Да что ты? Вот этот тварь? Говно. Хватит. Ты вроде горела, вроде нет. Интересно, здесь есть возможность... Здесь какая-нибудь возможность сделать не 6 выстрелов, а 8 или 10, или вообще весь магазин. Здравствуй. Противная херня. Тебе в глаз надо стрелять или просто? О какой, блядь, жирненький. О, как мяса там много, вы представляете? Белка нету, но мяса много. Ну, хотя, блядь, это очень странно даже звучит, вы знаете, вот. Фу, блядь. Вы этого не слышали. Вы... Окей. До свидания. Он бежал. А он, сука, щемел ко мне. До свидания. Хорошо, минус один, я хп добавил. Беги ко мне. Ты точно нормальный? Ну кто вообще настроил? Или мне кажется? Да блять. А вот это вообще будет как-то не настать. Это, кстати, ракетница давно не подойдет. Я живой еще что ли? Они почему. Вот этот почему-то реденько так попадает, ну ладно. Думаю, и так и надо. Даже? Просто не понимаю, ну вот как тебя пробить? Покушай. Так, а где пин? Здравствуй, блядь. Какой же ты странный. Так, а у меня только это есть, да? Вот это грустно. Я тобой вообще не пользуюсь. Я энергопушками вообще не пользуюсь. Ладно, надо помнить. Сука, остановись, блядь. Подожди. Хорошо. Куда ты там, блядь, еще мал? Туда, да? Блядь, ну вот что ты забыл здесь? Энергопушкой не пользуюсь, да? Вот и попользуюсь. Ну, сука. Так, ладно. Это что такое? База данных? Мега здоровье? Спасибо! Ну-ка. Как же это вовремя? Так, а по патронам, что у меня тут у нас? 49,958. Хорошо. Тогда сейчас выберем вот так вот. Выберем, сделаем вот так вот. О, май. А, где насрать, да? Вообще настроить. Вообще, то есть, вообще пихуй.
Ну то есть вообще да, неинтересно, да. Спасибо. Вот так. Вообще, ну как бы ноль внимания. До свидания. Это я заберу. Подожди. Здравствуй. Тимки, правильно делаешь. Только почему ты их вывел из состояния стана? А чё? Я урон не получил. Блять, ну ладно тебе! Давай же дружно! А чё вы... Я чё, это бессмертный, что ли? Блять, какой... А где патрон? Спасибо. Патрончик? Патрончики. Немножко, но патрончики. Вообще нет патронов, если уж на то пошло. Так. О, могу? Нельзя, да? Все? Спасибо. Экран поднимается. Ну, вы чувствуете, да? Все. Подожди. Да, вот это. А то как-то... Дрободан, это все хорошо ускоренный, но вот как-то... Нельзя, да? Ну ладно. Может здесь какие-нибудь есть пасхалочки? Ну не пасхалочки, а... Так, это я забрал. Там все забрал, что получилось. Никуда-то не дошел, ну да ладно. Так. А-а-а. Не зря же мы поднимали кран. Ну что ж, давайте сейчас мы пройдем немножко дальше и будем потихонечку здесь заканчивать. Кстати, не то. Это мы забираем. Да, все-таки на этот нету, да? Ну ладно. Что же с этим сделать-то тогда? Хотя стоп, на пуль. А, вот пулемет. Мобильная турель. А это что? Ну, скорее. Че? Так, давайте посмотрим тогда, что у нас здесь есть. Это что у нас? Взрывная граната, хорошо. Вот это. Раз уж начали немножко пользоваться. А, ну да. До свидания. Угу. ХП, кстати, что-то как-то тратиться перестали. Ну ладно. Возможно, просто показалось. Патроны бы мне сейчас закинуть. И тебя! Ладно. Ладно. Нет, не уговорит. Что? Подожди. Бля, я как-то на него в воздухе потратил, но анимации не было. Ладно. Патроны сейчас мы пополнили. Относительно. Друзья мои. Блять. Како демон. Блять. Можете вот встать, да, вот так. Говно. Давай, прости, но тебе придется упасть. Ладно. Он немножко косой. Ну ладно. Это тоже хорошо. ХП не потратили. А, я не особо понимаю, почему у меня 200 ХП, если у меня было 150. Вот тут вопрос такой. Назрело у меня сейчас. Я вроде ничего не жрал такого, чтоб у меня... Ну вот, раз, два, три. То есть это 150... Подожди, 125, если не ошибаюсь. 150 и 175 должно быть. Ну ладно. Раз добавили, значит добавили. Это хорошо, отлично. А может это руна какая-то? Потому что все возможно. Еще быстрее. Ну, блять. Ну ладно. Руну также можно еще прокачать. Рун, кстати, мы не нашли не всем. По крайней мере, половину мы точно уже не нашли. А если получится найти по другую половину, будет хорошо. Ой, бля. Друг. Ты же друг? Думаю, что нет.
Интересно, куда ему стрелять? Чтобы было ему неприятно. Где дробовик, кстати? Нет? Мисклики бывают иногда по разным фактам. Так, давайте, сейчас начнется веселье, блядь. Да начнется веселье. Блядь, ну не с тобой же. Давай же, друг. Живем, друг? Спасибо. Ой, да с тобой тоже живем дружно. Блин, какие они дружные стали все. Ну, либо... Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж ты такой живучий-то, а? Ну, ты припустись. Ну, либо отлично. Отлично? Где он, блядь? Чё? Происходит. Готов, короче, вот сюда. Я тут это просил. Ну а что он? А чё он? Бля, и патронов теперь опять нет. Дашь патронов? Спасибо. Так. Окей. На, покушай. Покушай. Посесть по ним. Прикольно. Птичный ты уже. Живучие такие. Ой, патрончик появился. Сука, ну это для вас. Это ускорение, кстати, надо сейчас взять. Хорошо, блять. Дружище, я столько потратил. А, ускорение всего. Вообще шикарно. Забираем. Взрывайся, взрывайся. Так, окей. То есть и этого тоже? Бля, не успел. Ладно. Так, 42 минуты. Пора, я думаю, заканчивать. Как вот делать? О, про него что-то есть, да? Хорошо. И сука. Хелка у меня. Так, ну что же. Мы добрались до туда, до куда нужно. Мы же добрались до туда, до куда нужно. Понял. Требуется желтый уровень допуска. На всякий случай. Контрольный выстрел всегда не будет никогда лишним. Уфука. Так, ну что же. Нельзя послать за ним команду. Я руководитель этой корпорации. Вся ваша работа и открытие принадлежат мне. Он был моим еще до того, как вы его нашли. Доступ предоставлен. Кто? Мы? Нет. Так, ну что ж, давайте тогда здесь закончим. Здесь контрольная точка была хотя бы сверху. А, ну да, в принципе, можем здесь и заканчивать. Кстати, да. Кстати, насчет заканчивать. Здравствуй. Доступ предоставлен. Открывайся. Это мы откроем? Это мы откроем. Это и не пойдем. Пока туда рано. О. Да? Блин, я потратил, да? Я прокекал моментик. Ну ладно. Блять, да не надо. Я прокекал моментик закончить. Ну ладно. Ой, блин, душу. Нет, с этими вообще так и получится. Забираем. Сейчас давайте быстренько закончим здесь. Поезд Плака готов к отбытию. А, да, серьезно? Ну тогда точно здесь заканчиваем. Просим занять места. Потом. Поезд готов к отбытию. Пункт назначения – особый исследовательский комплекс ОАК. Нашел. Нет, не нашел, подожди. Хотя нашел.
То, что нужно было, и оно так находится близко и по пути. Так, ну ладно, давайте тогда отправляться. Я думаю, мы закончим здесь миссию, по идее. Если нет, ну вот сейчас мы отправимся и закончим на этом и серию, и, скорее всего, миссию. Если нет, то будет грустненько немножко. Вперед. Даже? Да. Ну что же, следующая серия у нас будет начинаться там. Ну что же. Итак, пропустили. Ну ничего, потом. Кстати, аргент ячейка. Где-то я ее прокикал. Ну ладно. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, кому понравилось. До следующей серии и всем пока.